Как проходит программа сопровождения 3D-коррекции? Вы оплачиваете на сайте программу, и вам приходит письмо на почту с доступами и инструкцией. В этот же день с вами связывается ваш технический куратор и объясняет всю техническую часть работы и вместе с вами в личном кабинете разбирает все нюансы. Дальше вы всегда можете обращаться к куратору в WhatsApp по техническим вопросам и сложностям. Это ваша помощь и поддержка на программе. Подготовка материалов для диагностики. Вы заходите в личный кабинет и начинаете заполнять анкету по развитию ребенка и подготавливаете фото и видео для анализа ситуации. Анализируем не только анатомические особенности, но и функциональный уровень состояния ребенка. Переходим к диагностике. Наша задача – разобрать состояние ребенка и сформировать программу. Посмотрите, пожалуйста, вот если посмотреть на коленочки ребенка, вот чашечки как бы разворачиваются друг на друга. А если посмотреть на боковую проекцию, мы видим, что есть тенденция к переднему наклону таза. Поэтому поясничка вперед уходит и животик вперед уходит. И, конечно же, здесь нужно обязательно заниматься вот этим отделом. Стабилизировать таз в передне-заднем направлении. Приступаем к работе. Вам открывается в личном кабинете первый блок заданий. У каждого ребенка программа своя. Мы объединяем методики мануальной терапии, массажа, двигательной коррекции и реабилитации. Изучаете уроки потихоньку, каждый в своем темпе, и присылаете видео техники по 1-2 минуты на проверку. Инструктор анализирует технику, корректирует выполнение и помогает облегчить процесс и улучшить качество. Формируем программу дальше. Она может повторять ряд предыдущих техник, а может дополняться новыми заданиями. Все по показаниям. И только после анализа работы тела на ваших видеоотчетах. За каждым ребенком закрепляется персональный инструктор по двигательной коррекции. Инструктор полностью знает всех детей, с которыми он работает. И он полностью ответственен за результат. И здесь очень важно доверять своему специалисту. Потому что все инструктора, которые работают у нас на программе, это специалисты с высшим образованием и большим опытом работы. Не только онлайн, но и офлайн. Они каждый день занимаются с детьми в наших оздоровительных центрах Кипарис. Очень важно выстроить теплые, доверительные отношения со своим курирующим инструктором. Если у вас есть какие-то вопросы, сомнения, проблемы, не пугайтесь, не бойтесь, смело озвучивайте их своему инструктору. Только в таком формате доверительного отношения мы сможем больше понять ваши запросы и ваши трудности и помочь их преодолеть. И вот наступает самый волнительный момент – оценка динамики и результатов. И результаты просто колоссальные, так как ребенок стала уметь прыгать, лучше бегать, она стала подвижная. Видим положительную динамику. Очень рады, что мы нашли вас и обратились именно к вам. Могу сказать, что у нас улучшилось, ну, как я вижу, все. Ножки стали выравниваться, нам ставили плосковальгусные стопы. Мы стали меньше падать, когда бегаем. Мы поднимаемся на 5-й этаж и спускаемся с 5-го этажа самостоятельно, без помощи взрослого. У нас приходят в жизнь курсы упражнений, и, соответственно, выносливость повысилась. Плюс мы прививаем здоровые привычки, заботу о своем теле, дисциплину, что немаловажно. Из курса мы подчеркнули не только работу мышц стоп, а очень полезную информацию касаемо иммунитета, как себя вести, когда ребенок болеет. Это очень важно, потому что вот за полгода, которые мы здесь, мы не выпили ни одной таблетки и ни одного порошка, когда мы болели простудами. Я занимаюсь с 3 детьми как бы каждый день, вот в будни. Я могу сказать, что это реально. Это реально. У нас есть кружки, у меня оба старших учатся в музыкальной школе, еще один, на всякие кружки, на разные ходы, тоже рисование, все-все, тоже я везде их хожу сама. Вот. Но это реально успеть. Просто нужно правильно выстроить свой день. Что самое главное, наши дети нужны только нам. И что она, как все, может и бегать, и прыгать, и без ночных болей спать, без мозолей. Я вам благодарна. Спасибо, что делаете такое значимое, громадное дело. Я очень хочу, чтобы многие мамы знали и сами разбирались в этой ситуации. Наши дети нужны только нам. Ребят, занимайтесь собой, будете здоровыми. Спасибо за курсы, что вы с нами рядом. Я очень благодарна за вас.